Что ж, начинается у нас первая игра сегодня. Будет играть у нас Фаван против Disarmed. 1-1 на АИМ мапе. Я так понимаю, у нас уже началась игра. 3-0 или нет? Попадание по Disarmed. Понимает, что есть попадание, пытается додавить глаз. И все-таки у него это получается. Будем следить за лидером. Третьим. То есть тот, у кого больше очков, затем будем наблюдать. Пока что сейчас стреляем в пользу дизайна. Уверенно 4-1. Разрешены АВП. Еще один хедшот. 5-1. Ответный фраг. 5-2. Ну, пока что все идет в одну сторону, в одну калитку. Дизайн уверенно набирает фраг. Хорошо, на пиксель буквально попадает по голове. 6-2. Disarmed берет АВП. И уверенно набирает 7 очко. Давайте посмотрим немножко за фавном. Неплохо спрейт, есть попадание. И хорошо добил в голову. 7-3. Пока не наблюдает противника. И не получилось. 8-3. Неплохо. Немножко не полетел от Disarmed, не попал в голову. Вот тут пристраивался. Подбирает авик. И промахивается, да. Возможно, ВП было лишнее в этом раунде. 9-5. Хотя счет позволяет. Есть попадание на 30 хп. Вышел в перестрелку, есть несколько попаданий, но все-таки не додавил. 9-6. Это, я так понимаю, первая половина. Свап сторон будет. Да, есть свап сторонами. Ой, хороший хедшот. Еще один. 8-9. Фава начинает набирать очки. Возможно, скоро лидер у нас. Нет. 8-10. Подбирает авик. Увидел, увидел. Слева соперник, голова была. Ой-ой-ой-ой-ой. Что за килл? Сальтуху у нас мутит дизайн. И сразу же получает 10-10. Счет сравнялся. И еще один хэдшот от Фавна, и он становится лидером. Встреча 11-10. Идет перестрелочка. Попаданий по Фавну пока нету. Спрейт, есть еще попадание, там хп 40 остается. Хочется в открытую перестрелку, и 12-10. И хороший хэдшот. 13-10. Вот так Фаун немножко развернул. Встреча в свою сторону. 13-11. Но начиналось все довольно скучно, а продолжается интересно. Так, увидел девайс, увидел голову, не попал. И хороший выстрел Савика от Disarmed. Но пока что счет 13-12. Слева тень была, но он не обратил внимания на это Фаун. Получается, другая. Ну, исправляется с калаша 14-13, пока что он все еще впереди. Спрей, ты спрей не летит, не смог законтролить. 14-14, счет снова сравнялся. И хороший выстрел Савика. 15-14, решающее очко.
будет ли попадание с АВП или хедшот с класса. И хедшот с М-ки. 15-15. Ничья. Неплохой матч. Начиналось все в пользу Дизармда, но Фаван смог во второй половине немножко развернуть игру. Ну и Дизармду немножко не хватило, чтобы взять игру до конца. Что у них будет, допы? Играет до победы? Или переходит к следующему матчу? Немножко регламент соревнований мне неизвестен. Что именно будет происходить в случае ничьи? Будут ли играться допы или будет следующая встреча? Ну, видимо, идет какое-то обсуждение. Дается рестарт. Видимо, играются допы. Неплохой фраг. Ой, сразу голова. 2-0. Видел смену девайса. Есть несколько попаданий. Еще есть попадание в ногу. Очень мало хп. И хороший выстрел с АВП. Очень мало хп. 6 хп буквально оставалось. И что у нас? 2-1, смена сторон. Да, играются полноценные допы. Есть голова слева. Теперь кто первый попадет в эту голову? Ну, Фаван делает 3-1. Решающий матчпоинт для Фавна. Все-таки он может выиграть эту игру. Спрей получается за пуль, еще перестрелка жестко идет. И Фаван берет этот матч. Берет эту игру. И в допах 4-1 смог вытащить. А начиналось все не очень хорошо для него.